Моя жизнь – это постоянное движение. Я никогда не стою на месте. Я в поисках красивого и нового. Меня зовут Бату Будаев. Я фотограф. Отвечу вам на вопрос, что же меня вдохновляет. Это, конечно, природа. Место, где я родился. Место, где я живу. Это моя родина. В одном кадре я нахожу то прекрасное и величественное, которое заставляет биться мое сердце быстрее. Природа наша многолика и многогранна. Она удивляет. У нее есть сильные духом места. Горы, целующие небеса. Бескрайние степи, обнимающие горизонт. Озера кристально чистой воды. Запах хвои. Вот оно, мое вдохновение. Моя родина – это Бурятия. Цель – двигаться вперед. Путешествуй, создавай. Будущее в Бурятии.